Меня зовут Александр Бурак, я работаю униформистом в Белорусском государственном цирке. Суть моей работы состоит в ассистировании артистам от простого банального выноса шляпки, стульчика до сложной технической установки канатоходцев, ассистирования воздушным гимнастам. Вот. Работа сложная, интересная, необычная. 6 человек у нас сейчас в составе, 6 человек в Гомельском цирке. И на этом, в принципе, в Беларуси больше униформистов нет. Довольно-таки ограниченное количество людей работает. Вот. В основном молодые люди у нас в составе, которым интересно посмотреть, что такое цирк, общаться с иностранными артистами, с России, с Украины, с Европы приезжают. В цирке попал абсолютно случайно. До этого я работал на стройке. Вот. Решил сменить сферу деятельности. Вот увидел объявление, пришел, меня взяли. Я думал, это на время. Но вот это уже время, почти 7 лет задержался здесь. Потому что, ну, как я уже говорил, интересная работа. Каждый день что-то новое. Какие-то новые артисты приезжают, новые номера. Общение с людьми интересное. Утро начинается в зависимости от графика. Вот сегодня, допустим, нету представлений. Вот к 9 часам на работу. Я живу далеко, около кинотеатра «Мир». Хожу через Прогорьково. Это, можно сказать, ритуал. Туда-обратно с работы на работу через парк. По приходу на работу репетиции уже расписаны. В работе униформиста главная ответственность, потому что цирк со стороны весело, смешно, клоуны, а за кулисами там все никто не смеется, потому что это жизни людей. Вот, правильно поставить реквизит, правильно завязать канаты. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.